Налет, потому что знаете, это очень важные слова. Здесь я хочу сказать, что вся наша трибуна приветствовала вашу пару стоя. И это по любви. Это по любви! Да! Поздравляю вас, пару с прекрасным результатом в финале. Что чувствуете сейчас? Я хочу поблагодарить сначала руководство Первого канала и Ледникового периода, которые нам позволили остаться в этом проекте, и Татьяна Тарасова, который нам позволил сегодня выступать. Мы разом старались, и мы сегодня катались для нашего зрителя. Мы знаем, как зритель расстроился, когда мы не выступали на прошлой неделе. Очень. Вот, наверное, главное, что мы сегодня вышли, и да, что мы сегодня катали этот номер. Это самое главное. Да. Спасибо. А ты молодцы! Волновался? Я не знаю, почему сегодня было действительно какое-то волнение у меня. Я по этому же тоже катался в спорте, в соревнованиях. И тогда очень в тяжелой борьбе мы встретили с нашими паре, с Татьяной Аскаром и Костомаров. И хотелось вот сейчас вот хотя бы вот получить такие оценки. Мы очень старались, волновались оба. Таня вообще у меня потрясающий человек, очень сильный. Она переборола в этом проекте много трудностей. Молодец! Не каждый человек способен на это. И вот мы то, что хотели, мы сделали. Вот дура. Браво! Поздравляю вас с таким достойным финалом. Молодцы, поздравляем вас.